проект невероятно интересный. Я делаю музыку. То есть мне всегда ограничивало такое понятие, как диджей, ну, как битмейкер. То есть битмейкер — это очень узкая такая профессия. И мне нравилось говорить, что я музыкант. И именно вот здесь я раскрываюсь как музыкант. То есть я пишу музыку. Не делаю один бит, а делаю целиком музыку. И это так резонирует со всем пространством. Все так подключаются, чувствуют друг друга. Это очень интересный, крутой проект. И я прям реализуюсь. И как, ну, каждый, вот, мне кажется, каждый реализуется. И из-за этого он такой получается волшебный, очень атмосферный. Да. И начинается музыка вот. То есть вот эти, вот эти половину строфы оставят им на выход. Ну там буквально 4 метра, там близко. Чем ты занимаешься в проекте? Я играю на хоре. Скажи, как ты попала в проект? Меня позвала Марина. Ну, для меня этот проект нов. Все необычно. И актеры, и сам сюжет поэмы Лермонтова. Импровизация на инструменте. Попала в проект по приглашению Олега Юмова, и речь шла о том, что на сцене будут совмещены несколько видов искусств, и участниками этого проекта являются очень интересные люди различных творческих профессий, фанаты своего дела. Конечно же, я сказала «да», и это, я считаю, большая творческая удача попробовать себя в таком деле, то есть в таком рискованном предприятии, очень интересном, сделать что-то первыми на этой почве. Поэтому я, конечно же, согласилась сразу. Позвали меня сюда Аня Никитина. Ну, я согласился, так как тут команда профессионалов, и захотелось поучаствовать в чем-то новом уже, именно в разнообразии стилей, и ну, перформанс в общем, он как раз таки состоит из всех искусств, всех видов искусств, которые существуют, и очень интересно.